Группа «Бриз» в Берлине, презентация нового альбома. Можно пару слов о новом альбоме? В первую очередь, всем привет, здравствуйте. Меня зовут Валентин Чепенько, я солист группы «Бриз». Мы сегодня в Берлине в гостях со своим новым альбомом. Называется он «Кто ты?». Альбом, к сожалению, еще в процессе записи. Буквально, может быть, через недельки три, если постараемся, закончим и выпустим скоро. Что можно сказать по поводу самого альбома? Альбом немножко отличается от первого альбома «По тротуарам». В нем немножко меньше, наверное, юношеского пыла. Группа, в общем, стала взрослее, что касается звука, исполнения, ну и, наверное, также своего мировоззрения. Вот. Будут очень разные интересные композиции. Тема, начиная от любви до войны с миром и самим собой. Те, кто не успеет сегодня быть на этом концерте, приезжайте, пожалуйста, 15 июня на Deutsche Russische Festtag. Мы будем опять в Берлине с той же программой. До скорых встреч. Можно пару слов еще про вот первое видео. Вышло первое видео на песню «Безликая», да? Про эту песню можно, про видео, как она снималась вообще? Ну, с этой песней мы хотели сделать более имиджевый клип группы, чтобы передать энергию группы, каждую личность по отдельности. Поэтому, я думаю, мы не хотели в этот раз делать никакую особую историю, то есть вот, передать силу и мощь, которая в нас бурлит. Я думаю, с этим клипом получилось. А что касается самой песни, это, я называю диалогом между смертью и человеком, за которым она пришла. В принципе, она не поймет, что почему и за что ее все ненавидят, потому что она, в принципе, не злая сущность какая-то. Ей хочется поговорить с человеком. Больше рассказывать не буду, послушайте песню «Безликая». Сами посмотрите клип. Я думаю, сделайте свои выводы.